Позиции Астаны и Улан-Батора по многим международным вопросам совпадают. Нурсултан Назарбаев провел сегодня телефонный разговор с президентом Монголии Цахиагином Элбекдоржем. Главы государств подробно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Стороны выразили уверенность, что казахстанско-монгольские отношения, основанные на многовековых узах дружбы и культурной общности, будут и впредь активно развиваться в интересах народов наших стран.